Я мои, всем привет, вы на канале Пиратская Жизнь, с вами, как всегда, Ниночек. Слушайте, ребятки, у нас сейчас кое-какие проблемы в доме. Вот, вчера вечером у нас отключали полностью горячую воду, сейчас тоже, знаете, вода шла в нитку сначала, горячая. Вот, хотя, кстати, утром была вода, хороший был напор, включили, все нормально. Вода сейчас это в нитку идет, плюс из горячего крана идет холодная вода в нитку. Короче, сумасшедший дом. В общем, я сейчас заполнила бачок. А вот он у меня сейчас нагревается, потому что я хочу помыться, хотела помыться, вот, но, к сожалению, у меня не получается, потому что там воды вообще нету. А вот вообще плановое отключение у нас должно быть только с 4 июня, а вот, но почему-то, видите, у нас, не знаю, то ли плановые, то ли какие, может, аварийные работы, то ли еще что-то. Я не звонила, пока не проверяла. А вот, но помыться хочется, знаете, а ждать их у моря погоды, фиг его знает, там на полдня или на целый день. В общем, я дико извиняюсь за свой внешний вид. Я еще не помыла голову, да, вот голова у меня не особо чистая. Жду, пока у меня нагреется бачок. Вот мне некоторые говорят, что, ой, вот ты жалуешь, типа, вот воду отключили там туда-сюда, типа включи бачок. Понимаете, там нужно время, чтобы он согрелся. Я сейчас он включала, воду заполняла, знаете, вообще прям страшно было. Надеюсь, что все хорошо. То есть у нас уже это третий бачок, который у нас за лет, наверное, 5 или 6. А вот почему-то у нас они очень быстро летят. Не знаю почему, но как-то так. В общем, чтобы не терять время, давно у нас с вами не было рубрики «Вопрос-ответ». А вот я хотела бы ее все-таки продолжить, не только сосредотачиваться исключительно на похудении, да, а хотелось бы еще с вами просто пообщаться, ответить на ваши вопросы. Кто не знает, у нас на Ютубе во вкладке «Сообщество» есть тема, как раз где можно задавать свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Любые вопросы, даже, ну, не очень корректно заданные, стараюсь на все отвечать. А вот, это у нас уже такая стала одна из регулярных рубрик. Вот. Многим людям она очень нравится. Вот здесь уже на самом деле очень много вопросов. Вот я сейчас сижу, кручу 200 с лишним штук. Хотя недавно тоже у нас была рубрика, и многим я уже ответила. Вот, я, знаете, сейчас сижу на тебя смотрю, и прям, знаете, вот даже внешний вид, как вот я обычно сидела, вот видно, что я немножечко подхудела. Особенно у меня ушел животик. Вот, это здорово. Худеем, девочки, продолжаем худеть. Да. Только пока не задавайте вопрос, насколько я похудела. Я говорю, я хочу, чтобы потом это со всех было щеком. Вот, хотя, знаете, не знаю, показывается, не показывает, потому что все равно никто не верит. Но я вижу на себе изменения, надеюсь, вы тоже видите на мне изменения, изменения, что я худею. Ну, честно, я вижу. Вот. Дальше. Вопрос от Малинка. Малинка, привет. Нина, когда будет вторая серия? Повторный показ бобра. Очень ждем, а то совсем стало скучно. Каждый день одно и то же. Малинка, я вам хочу сказать. Зайдите на наш обзор от любимого Василечка. Совсем недавно я показала там все, что скрыто, все, что было, все, что вы любите и все, что вы хотите. Там есть все. Так что заходите, наш обзор на любимый Василек. Показать все, что скрыто. Ну, в общем, вот такие вот вопросы, да? Кому интересны ваши ответы? Что-то вы зазвездились, пишет Золушка. Ну, зазвездилась, не зазвездилась, но по 300, по 400 вопросов на каждом таком подобном посте я имею. Так что людям вот интересно. И вот, кстати, ей отвечают Джоб Хи, или как так? Вот. Пардон, если неправильно прочитала. Вот. Пишет, мне интересно. Так что вот, спасибо большое, что вам интересно. Так, что снимать? Уже совсем нечего. Ответишь? Ну, сейчас, видите, у меня тема похудения. Да-да-да. Тема похудения, но на самом деле она, конечно, назревала уже давно. Вот, и, как вы знаете, недавно мне отказали в операции, той, которую я очень сильно хотела. А вот, и походу это послужило для меня последним, так сказать, пинком, толчком, последней каплей для того, чтобы я все-таки приняла решение худеть. А вот, да, я уже говорила, я сейчас худею с помощью таких препаратов, но они мне назначались врачом. Плюс еще, конечно же, знаете, любые там препараты, не препараты. Если ты много-много жрешь, в любом случае ты будешь
держать свой вес. Но я стараюсь действительно есть намного меньше, даже когда заканчивается действие лекарства, все равно стараюсь держать себя в руках. В первую очередь я хочу перестроить порции, уменьшить их количество. Я сейчас привыкаю к тарелкам, привыкаю к, так сказать, к объемам, к перестройке на белок, а вот в большей мере отсутствию булок каких-то, соусов и прочего. И, в принципе, знаете, неплохо живу. А вот майонез не ем и даже и не хочу. Знаете, вот как-то вот так вот. Так что вот, я вижу, что многим это интересно. У меня, конечно, были страхи, что вдруг, ой, канал про мукбанг, резко там сел на диету, и как-то кто будет то смотреть. Все же привыкли, что я ем огромными порциями, что я толстею, все радуются. Хотя и пишут, что ты толстая, тебе пора худеть, но все втайне радуются, потому что, возможно, меня смотрят люди, которые тоже такого же веса, и им приятно осознавать, что они не одни, не одиноки. Вот, так что... Не знаю, я вижу отклик, я вижу поддержку от людей. Я очень на самом деле рада и хочу вам сказать от души огромное спасибо. У нас каждым днем становится все больше и больше. Зрители и подписчики прибавляются. Так что, люди добрые, огромное вам спасибо. Мы идем дальше. Кстати, кто хочет действительно получить вопрос, ответы на свои вопросы, плюс упоминания, пожалуйста, пишите во вкладке сообщества. Это можно сделать на Ютубе, либо на Дзене. Там тоже есть подобная у нас статейка. Дальше. Здравствуйте, какие у вас планы на лето? Куда собираетесь поехать? Пишет А. Канева. Честно, знаете, лето я очень люблю в России. Мне кажется, лето у нас великолепное, замечательное, теплое, не такое жаркое, как в многих других странах, оно более мягкое. Вот, поэтому мы летом в основном проводим в России и в основном проводим здесь, в Нижнем Новгороде. Потому что, знаете, плюс... Летом достаточно очень дорого куда-то лететь, например, те же самые наши юга, те же самые Сочи, там, не знаю, Крым и прочее, это очень дорого. А вот, а, например, та же самая Турция, там очень жарко, там очень жарко. В Таиланде в том же самом, там дожди. А вот, в Египет тоже очень жарко. Поэтому я не вижу смысла куда-то рыпаться. У нас точно так же можно выехать на природу, вот, и прекрасно отдохнуть. Я люблю выезжать за границу, куда-то в теплые края, именно осенью, зимой, когда плохая погода у нас, да, и когда хочется где-то сменить обстановку, погулять, продлить себе лето. Вот это вот я люблю. Скорее всего, мы уже куда-то двинем, скорее всего, к осени. Вот, возможно, мой день рождения, возможно, летом мы еще куда-нибудь смотаемся, ну, в ближние города. Вот. Когда покажешь нам мастер-класс, как удержать омлетом мужа? Господи. Пишет Нина. Нина для Нины, да? Ну, знаете, такое я показывать не буду. Вот, я предлагаю вам все изучать на теории и на практике самому лично. Есть специализированные каналы, есть специализированная литература, где можно обучиться технике омлета для того, чтобы девочки быть на высоте. Это высшая школа. У меня нету соответствующих допускных документов для того, чтобы обучать аудиторию данной, так сказать, специальности и профессии. Так что, извините, я не имею права обучать данной дисциплине. Но при необходимости вы также можете найти литературу, соответствующие форумы. Ну и, конечно же, практиковаться, практиковаться, практиковаться. Главное, чтобы у вас был муж, девочки, для того, чтобы можно было на ком-то практиковаться. Потому что если вам не на ком практиковаться, даже если вы отличница в этой дисциплине, к сожалению, вам это не поможет. А вот дальше. Спрашивает Джозеф. Почему в своем видео недавно ты говорил, что санкции на тебя не действуют? Хотя бы осталось бы 2/3 зарплаты на YouTube. Хотя бы осталось бы... Хотя осталось без 2/3 зарплаты на YouTube. Тут, кстати, несколько вопросов. Почему санкции на тебя не действуют? Ну, я в том плане не говорила, что санкции на меня не действуют. Конечно, санкции действуют в любом случае на всех. Вот, на кого мы накладываем, кто на нас накладывает, да. Но, знаете, я всегда говорила, что стоит довольствоваться малым, да. И тогда, когда закрывается одна дверь, открывается другая дверь. Точно так же до Ютуба я не знала, что такое Дзен. Вот, у меня было мало рекламодателей. А сейчас как бы все немножко поменялось. И, в принципе, при прочих равных, знаете, неплохо живем.
Есть возможность покупать там и хлебушек с маслицем, да, и корочку на него класть, и мяско, говядинку заготавливать хорошую, отборную. Так что, в принципе, знаете, кому сколько хватает. Мне хватает того, что имею, и я рада, на самом деле. А, второй вопрос. Лаван замок банком более полугода назад, что сейчас можно на всем зарабатывать, на всем угодно, а в итоге сам ничего не зарабатывает. Ну, вы ошибаетесь. Просто, знаете, когда в кадре один человек, это не очень интересно. Вот когда в кадре двое человек, это на самом деле уже интереснее, потому что, ну, люди смотрят на реакцию разных людей. Плюс, когда два человека, люди общаются. У меня была практика именно мукбанков и вообще влогов в одно лицо, скажем так, чисто в себя. Вот, но, скажем так, это не очень интересно, мне самой не интересно это записывать, потому что я спускаюсь до каких-нибудь там, знаете, философских размышлений, частенько я там спускалась, то, ой, какие хейтеры, задолбали и так далее. А сейчас мы спокойно просто обсуждаем какие-то свои домашние вещи, свою жизнь, какую-то обстановку, ситуации разные, там, не знаю, сплетни. Конечно, диалог — это намного интереснее. Да и опять же, я уже говорила, почему Вова уволился с работы, потому что, ну, во-первых, были проблемы со здоровьем, это раз. Во-вторых, как бы не такой большой доход, ради которого стоило там оставаться и, как бы, скажем так, не спать ночами, что в первую очередь тоже как раз вот влияло на его здоровье. Сейчас он молод, красив, здоров, жрет, смотрите, как это, конь. Опять же, понимаете, многие приходят посмотреть не только на меня, но и на него, поэтому я не скажу, что он просто так ест свой хлеб, он иногда такие там выверты делает, что прям хоть стой, хоть плакай. А вот, тоже мне помогает во всем, то есть помогает мне по дому, так что он свой хлеб отрабатывает. Дальше, у вас есть старый канал кулинарный Вована, осталась ли на нем монетизация, почему Вован не снимает там видео? А, да, монетизация осталась, канал рабочий, но мы не снимаем, потому что, во-первых, я такой, знаете, перфекционист. Я считаю, что если я делаю что-то, вот, кулинарный рецепт, мне нужно, чтобы он был идеальный, чтобы он был хороший и так далее. Вот, я не профессиональный повар, я не какая-то там, знаете, не самородок, не самоучка, да. Не, ну я самоучка, но не самородок, в том плане, что прям у меня прям гениальный шедевр, у меня золотые руки. А вот, насчет Вована, он тоже как бы, ну он умеет готовить, да, но, скажем так, до шедевров ему далеко. Вот, он вкусно готовит обычную домашнюю пищу. Вот, разделять, знаете, свои силы на несколько каналов, знаете, с двумя зайцами погонщиками ни одного не поймаешь. Очень много сил уходило на тот канал, вот, я пыталась достигнуть до идеала, и скандалы какие-то были, что вот я вот так вот вижу, да я вот так вот вижу, и было очень тяжело его вести. Поэтому мы приняли решение как бы его не продолжать, потому что все то же самое, что мы и делаем, мы показываем и на нашем обычном вот этом канале, поэтому нету смысла. А четвертый вопрос. Вы называете себя суперпутешественником, почему вы ни разу не посетили страны масс-маркета, Таиланд, почему? Почему вы ни разу не посетили страну не масс-маркета, а не масс-маркета? Таиланд, Вьетнам, Турция, Египет, в которых хотя бы нужна виза. Европа, азиатские страны, типа Сингапур, Япония, Южная Корея. Ну, суперпутешественниками мы себя никогда не называли. Мы просто обычные как бы путешественники, в плане того, что мы любим путешествовать. Насчет Европы, Сингапура, Южной Кореи. Это страны очень дорогие. К сожалению, мы их не потянем. Я в первую очередь ориентируюсь на то, чтобы как бы была, скажем так, у меня нету смысла туда ехать ради себя. Да, я не хочу тратить такие огромные деньги. А вот, а ехать ради контента туда, это крайне дорого. Вот. К сожалению, у нас нету каких-то спонсоров, чтобы нас прям вот спонсировали такие страны. У нас нету супер-пупер донаторов, которые бы нам вот закидывали там сотнями тысяч рублей. Да? Поэтому я не вижу смысла туда ехать, в Южную Корею. Мне бы, конечно, хотелось бы посетить эти страны, чисто вот, может быть, даже для себя, да. Но, к сожалению, при том доходе, который мы имеем, мы можем позволить себе только страны Таиланд, Вьетнам, Турция и Египет. Вот. А суперпутешественниками, опять же, повторюсь, я себя никогда не называла. Мы просто обычные как бы, люди, которые путешествуют и при этом снимают видосы. Вот. Все у нас начиналось с
travel-контента, а сейчас это потихоньку уже переползло чисто вот даже, знаете, как влоги про жизнь, про нас. То есть мы стали уже, так сказать, медийными личностями, медийными в плане того, что узнаваемыми. То есть люди смотрят не только, как мы путешествуем, не только, как мы едим, но как мы общаемся, как мы худеем и прочее. И на самом деле это ценно. То есть я могу сейчас снимать не только travel, я могу находиться и дома, то есть жить своей обычной жизнью, вот, при этом тоже получать доход на ту же самую жизнь. Ну и какие-то такие путешествия и так далее. Дальше. Пишут, толку, вы не отвечаете, а уходите от ответов. Вам заняться нечем, Нина, и поговорить тоже. Вовка валяется, вы мониторите нет, счастливая жизнь. Ну, если у вас нет вопросов, Олеся, то уж извините, я бы вам ответила. Общаетесь ли вы с ребятами из Таиланда? Да, мы общаемся, мы периодически переписываемся, мне скидывают, как там живет Алиса, вот, просто вот общаемся там. Ну, не скажу так, что прям интенсивно-интенсивно, сами понимаете, любовь, как и дружба на расстоянии, это как бы очень сложно, вот, у каждого свои заботы, проблемы, но периодически списываемся и узнаем, как у друга дела. Нас приглашают в гости, вот, и надеюсь, если получится, мы доберемся. Дальше сразу же следующий вопрос. Вероника Родионова. Когда поедете в Петербург? Честно, не знаю. Мы стараемся, конечно, каждый год там посещать, после того, как мы единожды побывали. Но, знаете, все когда-то бывает, все когда-то меняется. Очень надеемся, что в этом году получится, но загадывать не будем. Есть много-много других планов. Сейчас я вот сосредоточилась полностью на похудении. На самом деле, знаете, куда-то, когда едешь, очень сложно держаться, потому что очень много соблазнов, нет домашней еды. Вот. И как-то пока еще мозг не перестроился, вот, очень сложно как-то куда-то ехать. Так что пока не загадываем, если получится в этом году, если не получится, ну, значит, в следующем постараемся. Господи. Вот по поводу, пардон, извините, анутости вопросов и анутых зрителей, которые это задают. Спрашивает Хаюша. Какие у тебя отношения с Ваней? Был ли секс? Когда сменишь Вавана на него? Знаете, мне просто вот интересно, вот что в головах у людей просто? Отвечаю. Какие у тебя отношения с Ваней? Он муж сестры Владимира. Мы просто, как сказать, в дальних родственных отношениях, не кровных. Просто мы хорошо общаемся. Он хороший человек, я хороший человек. Был ли у вас секс? Не было и не будет никогда. Когда сменишь Вавана на него? Никогда. Надеюсь, вам достаточно этих вопросов. Я понимаю, что вопрос под ёбкой, но, знаете, ну, больных людей очень много. Вот кто меня смотрит, вот посмотрите, с кем приходится общаться. Так, Нина, когда поедете в отпуск, именно в Москву, еще бы хотелось посмотреть вас в острове мечты, это в Москве. Мипро спрашивает. Насчет Москвы были планы как раз вот именно в мае, в конце мая, но из-за того, что вот я сейчас ввязалась в лечение, во всякие, знаете, обследования и прочее, немножко не получилось. Очень много денег ушло на лекарства, поэтому пока что Москва у нас на стопе. Точно так же, как и Питер. Хотела посмотреть вас на острове мечты, это в Москве. В Москву я очень хочу попасть, потому что у меня вообще на самом деле мама была родом из Подмосковья. Вот. И частенько мы туда ездили с мамой, когда я была маленькая. Вот. Хотела побывать. Ну, знаете, загадывать не будем. Знаете, я сейчас стараюсь вообще не загадывать, потому что, знаете, ты предполагаешь, а Бог располагает. И хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому я стараюсь, как говорится, по факту. Мне, знаете, вот так вот стрельнуло, взвёзднуло, и я такая, оп, поехали. А почему ты такая лгунья и лицемерка? Так, спрашивает Айсылу Хафизу, Хафизова. Простите, если не так прочитала. Почему такая лгунья и лицемерка? Слушайте, это субъективное ваше личное мнение. Вопрос, где я вам солгала? Вот просто ответьте. Многие люди не хотят принимать ту правду, которая она есть на самом деле, и для них, знаете, есть образ, который они себе нарисовали, для них есть те ответы, которые они себе нарисовали, и все другое для них это вот неправда.
Ну, у каждого своя правда. Отвечу вам так. Тоже очередной вопрос из разряда. Спрашивает Гаврюша Сердюлькин. Сардылькин. Да, Сардылькин. Ну, короче, понятно. Таджиков со стройки пугаешь бобром из окна. Уже всех распугало. Вот они уже заканчивают стройку и бегут домой. Дальше. Нина, давайте сделаем рубрику «Пираты в гостях у подписчиков», где они будут вас критиковать, а вы их. В конце можно помахаться. Спасибо большое, Галина Дроздова. Я с удовольствием рассмотрю ваше предложение. Можете пригласить меня к себе в гости, Галина Дроздова. Вот, я могу с вами помахаться с удовольствием. Вот, вы попробуйте меня покритиковать и посмотрите на мою реакцию. Дальше. Уважаемые, самые умные, самые стройные. О, это, наверное, хороший комментарий. Так, спрашивает. Я уже поняла подтекст. Оксана Бронникова. Уважаемые, самые умные, самые стройные, самые красивые, чистоплотные любители детей, собак, кошек. Вообще люди святые. У меня к вам вопрос. А что вы тут все на канале этом делаете? Пришли на себя со стороны посмотреть. Это чтобы человеку на недостаток указать, сколько блевотины из себя надо выдавить. Хотя культурные люди о культуре других публично не выражают. Не выражаются. Нина, у меня вопрос. Как вы относитесь к экзорцизму? Тут, кажется, пора бесов изгонять. Знаете, на самом деле, Оксаночка, скажем так, я с вами абсолютно согласна. В интернете очень много идеальных, анонимных, так сказать, красоток. Тут у нас и бабушки, которым далеко за 60 и за 70, представляют у себя молоденьких козочек, вот, горцующих, знаете, свои там... При наличии лишних 100 килограммов они там представляют, что им там... они весят 50 килограмм и прочее. Знаете, я к этому уже привыкла. Вот, намного проще, знаете, осуждать человека, когда ты его видишь, да. Меня-то видят все, я не вижу, кто мне осуждает, кто мне какие-то подколы делает и так далее. Насчет того, что вызывать бесов, ну, знаете, больных людей на самом деле вокруг нас очень много. И раньше я была, как бы, знаете, в розовых очках и думала, что все люди добрые, хорошие, прям вообще замечательные. Сейчас, по прошествии какого-то времени, когда пообщалась с людьми, даже вот в интернете и так далее, многие люди в реальной жизни показали свои истинные лица. А вот кто они есть на самом деле, вот, и опять же, интернет дает, так сказать, некую, скажем так, свободу, а вот, потому что в лицо бы никто так не сказал. А вот, поэтому, знаете, я уже к этому привыкла. Как говорит Путин, как говорится, если ты не можешь побороть ситуацию, возглавь ее и получай из этого выгоду. А вот, ну, я неоднократно уже говорила, для меня это всего лишь работа, в каждой работе есть свои издержки, а больные люди, ну, они везде ходят. Просто теперь я понимаю, что вокруг нас очень много больных людей, и причем, знаете, зачастую агрессивных. А вот, и не надо искать маньяков, маньяк есть рядом с нами. Так что вот так. Нина, смотрела ваше старое видео, где вы делали упражнения и стояли в планку. Почему перестали заниматься и не хотели бы начать заново? Ну, знаете, честно, я не хочу делать это на показушничество Юлия Моисеева. Честно... Это тяжело, скажем так, я предпочитаю, знаете, вот я разденусь, я стою в одних трусишках, вот, и стою, занимаюсь. А это ж надо, понимаете, одеваться, там, под музыку, там, какие-то съемки и прочее. Очень много злых людей, которые пишут гадости, да, то есть вот я сейчас на пути к похудению, да, у меня сейчас уже где-то и кожа там провисает, и живот еще до сих пор остался, да, и они же, так сказать, не потеряют... будут искать каждый раз возможность меня как-то раз укольнуть. Поэтому, ну, я делаю то, что я хочу, да, но не на камеру. Может быть, когда-нибудь сделаю, не знаю. Дальше. Не хотели бы вы на Мальдивы поехать? Так, спрашивает Виктория Хрисанова. Честно, хотела бы на Мальдивы, побывать на Мальдивах, это одна из моих мечт. Но, знаете, я человек такой, который подходит с прагматической точки зрения. Знаете, отдавать за Мальдивы 300-500 тысяч за неделю-10 дней,
мне кажется, это не совсем, скажем так, целесообразно. Мне кажется, эти деньги можно потратить на другие вещи, потому что, знаете, если брать Мальдивы дешевые, ты не получишь того лакшери, лухари и прочее, да, вот это вот баунти, которое, скажем так, нам воспитывались мы с детства, то есть, когда увидели вот эту рекламу баунти, Мальдивы, какой, там белоснежный песок и так далее. Я не так сильно люблю купаться, я не так сильно люблю плавать, я не люблю загорать вообще, у меня кожа сразу краснеет, поэтому я не вижу целесообразности Мальдив. Красивые места можно увидеть, конечно же, и в других странах, тот же самый Таиланд, мой любимый, знаете, он на самом деле очень многогранен, он и для путешественников, которые просто хотят посмотреть какие-то исторические ценности, да, и которые хотят и на море есть очень красивые, там и острова, и там действительно и голубая водичка и так далее, и красивые места, и пальмы, и все вот это есть, а вот, и намного это будет бюджетнее тех же самых Мальдив, вот. Поэтому, знаете, может быть, когда-нибудь, когда у меня будет много-много-много денежков, так сказать, я с удовольствием посещу и Мальдивы, и Японию, и Сингапур, и Южную, возможно, и Северную Корею, скажем так. Но пока что, знаете, если я хочу где-то отдохнуть, я предпочитаю тратить деньги целесообразно. Для меня до сих пор, там, знаете, 200 плюс тысяч отдать за Турцию за 10 дней, для меня это жаба душит. Ну, как-то вот я не воспринимаю Турцию такой дорогой. Дальше. Очень интересный, кстати, вопрос от Оксаны. Если бы ты знала, что тебе осталось жить один месяц, как бы ты его прожила? Знаете, вот реально, прям вот реально один месяц, да? И я бы знала. Ой, давайте, кстати, этим вопросом завершим. Честно, не знаю. Наверное, я бы попыталась, во-первых, понять, можно ли за этот месяц исправить что-то. То есть в том плане, что продлить все-таки себе жизнь. Вот. Вот говорят, что когда тебе остался жить месяц, да? Во-первых, если ты здоров в этот момент, да, если ты хорошо себя чувствуешь, то тут, наверное, скорее всего, какие-нибудь, возможно, там во все тяжкие, возможно, я рыдала бы, набухалась бы, да. Вот, мне было бы уже все пофиг. Может быть, куда-нибудь поехала бы отдыхать, то есть потратила бы все деньги и так далее. Но если бы я, например, просто была бы в плохом состоянии, да, в том плане, что вот, там, не знаю, тьфу-тьфу-тьфу, рак, там, как говорится, да, или еще что-то, не знаю, возможно, я бы просто попыталась бы сделать как можно больше хороших вещей, как можно больше оставить у людей хорошее впечатление. Возможно, я попросила бы прощения у всех, кого, может быть, когда-либо обидел, задело. Вот. Сложно осознавать, как бы, сколько тебе осталось, да. Но если прям конкретно месяц, да, наверное, первую неделю бы бухала бы, жрала бы, там, все бы подряд. А вот, не знаю, исполнила бы все свои, там, фантазии, там, в том числе сексуальные. Вот, может быть, куда-то поехала отдыхать, а последнюю неделю, наверное, бы вот, не знаю, просто ждала бы, как-то так. Тяжело, тяжело, знаете, самое страшное, когда ты осознаешь, что тебе осталось мало. Вот я помню, когда, вот я не помню уже, как мама моя умирала, потому что очень давно это было, это уже прошло 20 лишним лет, но вот ярко помню, как умирала мама у Вова. Вот, что, знаете, вот человек, ну, ей уже ничего не надо было. Вот. Она как-то лежала, как-то, вы знаете, вот поела чуть-чуть там, что-то там, знаете, вот, болтала с нами и все. И человек просто, вот состояние отсутствия боли уже было хорошо. Вот. Так что никогда не знаешь, сколько тебе осталось. Но осознавать, что тебе осталось мало, это очень плохо. Это очень, она понимала. Вот. У меня дедушка умер во сне. Папа, получается, тоже. Как бы он тоже, получается, как во сне умер. Вот. У меня мама всегда хотела так тоже, чтобы во сне. Но вот не совсем получилось. Но она была уже... Она не сознавала. Она была под такими сильными препаратами, когда она уже не понимала вообще, что с ней. Вот. Тяжело. Я всегда хотела, знаете, чтобы вот не знать, когда твой конец, а просто чтобы вот раз и все.
Возможно, если бы я знала, что вот ну 100%, понимаете, возможно, я бы просто вот как-то не мучаясь оборвала бы себе, как-то сама бы вот, жизнь. Не знаю. Но, знаете, надежда умирает последней. Как так? Ладно, не будем. Не хотелось бы, конечно, на грустной ноте заканчивать, но тоже не хочется затягивать видео. Надеюсь, у меня согрелся бойлер. Вот. Ребяточки, давайте побольше адекватных вопросов. Я с удовольствием готова пофилософствовать, поболтать, там, не знаю, обсудить какие-то темы. Заходите на нашу вкладку «Сообщество». Я с удовольствием пообщаюсь с адекватными людьми. Ну, неадекваты, если они тоже хотят капельку внимания, чтобы они хотят, чтобы я прочитала их вопрос, пожалуйста, я прочитаю, пожалуйста, я им дам свою реакцию. Но не надо думать, что вы меня прям так сильно задеваете. Знаете, за долгие годы я уже настолько привыкла к этому всему, что мне это не торкает. А вот. Я просто выполняю свою работу, вот, которая мне приносит доход. Да, для меня это работа, для меня это любимая работа. Я занимаюсь своим любимым делом. Я получаю от этого удовольствие. Вот. И каждый раз, когда я просыпаюсь, я думаю, что бы такого интересного снять. Вот. Мне хочется делиться, на самом деле, интересными, приятными моментами, какими-то шутками, поднимать людям настроение, может быть, испытывать что-то на себе, и чтобы, может быть, знаете, если кому-то стало чуть-чуть легче от наших видосов, у кого-то повесилось настроение, кто-то избавился от депрессии, у кого-то появился аппетит, это уже очень здорово. Я желаю всем искренне, желаю всем добра, любви, позитива, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас все было замечательно. Я желаю только потому, что да, я знаю, что если желаешь людям что-то плохое, тебе это плохое вернется в ответ. Я не желаю никому ничего плохого, я хочу, чтобы мне в ответ возвращалось только хорошее. И пока что хорошее возвращается. Конечно, не без гадости, но гадкие люди, они всегда есть. Они были, есть и будут. Но на них не стоит обращать внимание. У вас есть цель, ты к ней идешь и так далее. Всем желаю здоровья, счастья, любви, добра. Увидимся в следующих выпусках. Задавайте свои вопросы во вкладке сообщества. Увидимся.